Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня 5 июня и сегодня юбилей замечательной компании, группы компании «Партнер», с чем я их и поздравляю. И, конечно, желаю, чтобы каждый год был самым лучшим, каждый год был самым продуктивным. Желаю вам хороших, солидных клиентов и высоких зарплат для ваших сотрудников. Наконец-то. Ребят, сегодня все улыбаемся, сегодня все красивые. Очаровай, особенно ты, ну ты красавчик. А почему ты во главе стола? Понял. Значит, платишь сегодня ты за всех, пойдем, пойдем. У нас такое правило, кто сидит во главе стола. Советую пересесть. Придумайте название оригинальное. Слушаю вас. Любовь. Ред Карпот. Давайте посмотрим. Елена, пожалуйста, вам достается этот коктейль. Посмотрим, как вы будете исполнять на секундочку, исполнять наши желания. Ну как это так? Мы скромные желания будем загадывать. Шторм! Такой, да что? Волны по 20 метров! И вот, наш корабль бьется об одну волну, бьется о вторую, бьется о третью, бьется о четвертую, елки-палки, мы тонем! Мы утонули. Вся команда, как один вымерли, остался только я. Я знал. Остался только я и мачта. Я и